Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня мы с вами рассматриваем 17-ю кафизму, 118-й псалом. Лекция создана при участии и непосредственной съемке портала экзегет.ру. Мы рассматриваем данный текст перед началом Великого Поста, поскольку в традиции православных богослужений Великим Постом часто служатся панихиды и заупокойные службы. Итак, сегодня мы попытаемся рассмотреть исторические аспекты происхождения этого текста, те внутренние свидетельства в отношении датировки, которые мы можем выявить с тем или иным допущением, ну а также вопросы, связанные с богослужебным употреблением кафизмы, которая получила название свое «Непорочный» в православном типиконе. И, наконец, рассмотрим пример экзегезы, толкования данного псалма на основе труда святителя Феофана Затворника. Итак, псалом 118. Основная идея данного псалма – прославление божественного закона. Почти в каждой строчке 118-го псалма прославляется Божий закон. Исключение составляет, пожалуй, только два стиха, в котором этот термин или его синоним не употребляется. Используя замысловатую структуру, автор текста прославляет божественное откровение, записанное буквами. И этот текст имеет особую поэтику, который называется в науке акростих, который мы можем прочитать только если мы знаем оригинальный текст, древнееврейский, и вглядываемся в букву. Итак, для автора данного псалма важна не только мелодика звучания, но и буква, которая записана в данный текст. Цель псалма – побудить любовь к Творцу, закон которого – восхваляется в каждой реплике данного священного текста. Гордых и нечестивых, которые не хранят Божий закон и преследуют автора псалма, ожидает погибель, в то же время как ходящие непорочно в законе Господнем будут блаженны. Такова основная идея данного текста. Ну а теперь посмотрим сейчас на то, что мы знаем в отношении его происхождения. Прежде всего, мы с вами рассмотрим вопрос текста. Древнееврейский оригинал 118-го псалма, его ближайшие переводы. Древнейшие рукописи, которые содержат текст псалма, обнаружены в Кумране, так называемые свитки Мертвого моря. Мне довелось ознакомиться с 5 фрагментами из кумранских рукописей, которые содержат текст. Они датируются иридианской эпохой или в более широком значении от 30-го года до нашей эры до 70-го года после Рождества Христова. К сравнению, так называемый масорецкий текст, то есть текст еврейской Библии, написанный на древнееврейском языке, он датируется 10-11 веком. Такие надежные рукописи, допустим, Ленинградский кодекс – это начало 11 века. Рукописи, содержащие греческий перевод, собственно, сам греческий перевод начал создаваться в 3 веке до Рождества Христова, но рукописи, которые до нас дошли, это 4 век после Рождества Христова. Итак, наличие кумранских рукописей с текстом 118-го псалма, которые датируются рубежом нашей эры, говорит нам о том, что у нас есть уверенные свидетельства употребления этого псалма в тот период, когда жил Спаситель наш Иисус Христос. Древнейшие переводы этого самого длинного псалма, он состоит из 176 стихов, к сожалению, утрачивает особенность стиля. Особенность этого стиля заключается в том, что 22 буквы еврейского алфавита, они служат началом для каждого из стихов по 8 раз. То есть 8 раз буква «Алиф», отсюда «Альфа» греческая, отсюда «Ас» славянская, начинает первые 8 стихов,
Дальше буква «бет», отсюда греческая «бета», начиная с следующих 8 стихов и так далее. Альфа, бета, ну и следующие буквы там «далит», «гимель» и все остальные. Итак, если умножить 22 на 8, получится 176. Так вот, при переводе на латинский и греческий языки эта поэтика повторения букв, она утрачивается. В лучшем случае буквы транслитерируются или они записываются на полях. А компактность выражения еврейского оригинала, которая характеризуется соответствующим стихотворным ритмом, метром 3 плюс 2 в отношении слогов, тоже в переводах не соблюдается. Сложный лексический рисунок данного псалма тоже невозможно передать при переводе. Более того, если мы присмотримся к традиции греческих переводов, мы увидим, что далеко не всегда переводчики пытались найти однозначные, точные эквиваленты. Наверное, только термин «закон» по-еврейски «тора» передается одним и тем же греческим словом «номос» — «закон». В остальных случаях далеко не всегда такой параллелизм соблюдается. И поэтому в еврейском тексте стоит один терминологический ряд, а в греческом тексте стоит другой терминологический ряд, который имеет, порой бывает, отличное значение. Итак, эти переводы, они имеют соответствующую свою традицию, и в частности греческий перевод, который повлиял на славянский перевод, он имеет для нас первенствующее значение, поэтому на других переводах, латинский, сирийский, я не буду останавливаться. Для того, чтобы показать вам разницу в лексике, в переводе, я приведу несколько русских переводов, которые коренятся в древнееврейском оригинале или в септуагинте, древнегреческом тексте. Несколько стихов. Мы с вами рассмотрим 4 стиха, но вы увидите, что даже в русском переводе или в славянском мы замечаем разницу. Итак, первые три колонки – это традиция древнееврейская, а последующие три колонки – традиция древнегреческая. 38 стих. Давайте сравним сейчас переводы. Я привожу вам уже созданный, готовый, напечатанный перевод на русский язык. 38 стих. В синодальном переводе будет звучать так. «Утверди слово Твое, рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою». Это же слово «благоговеть» мы встретим и в современном русском переводе, и в переводе еврейской традиции. На славянском языке 38 стих так прочитывается. «Постави рабу твоему слово твое в страх твой». Это же слово «страх» мы находим и в переводе Юнгерова, и в переводе Иеромонаха Амвросия. Иеромонах Амвросий тем в рот попытался сделать новый современный русский перевод с основой на греческом оригинале. Так что, чтобы, беря этот перевод, современный читатель, сравнивая со славянским текстом, мог прояснить для себя смысл не только отдельных слов, но и в целом всего текста. Так вот, в еврейской традиции слово «благоговение» или «боязнь» — это, в принципе, там одно и то же слово стоит в оригинале, которое может переводиться и так, в греческой традиции интерпретируется понятием «страх». Стих 51. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего». Это синодальный перевод. Современный русский язык, русский перевод, вместо выражения «ругались надо мною» употребляет выражение «надо мною смеются». Тоже еврейской традиции. «Осмеивали меня злодеи». Слово «ругались» синодального перевода – автор этого текста, автор русского синодального перевода, пытается приблизить к славянскому. Но не очень удачно, потому что все равно в славянском языке «приступали», «закон о приступоваху» имеет другое значение. Итак, еврейский оригинал говорит о некоторой надсмешке. Надменные люди, они буквально надсмехались, ругались, то есть надсмеивались надо мною. А в греческой традиции мы видим другой оттенок. Они приступали закон. Конечно, преступление закона может вести человека к насмешке. Но если вы возьмете буквально в руки текст, то
что вы вычитаете или как вы поймете этот текст без всякой интерпретации, будет иметь другое значение, иное. 85 стих. Синодальный перевод. «Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему». Про вырывание ямы говорят и современный перевод, и еврейская традиция. А вот в греческой традиции мы вместо вырывания ямы встречаем понятие глумления. «Поведаши мне законопреступницы, глумление, но не я, как закон твой Господи». Это же понятие глумления, по-другому рассуждение, мы встречаем в переводе Юнгерева и отца Амвросия. Итак, поведали мне законопреступники свои рассуждения. Ну, понятно, даже и человеку, не вооруженного исходными текстами, что между понятиями или между фразами «яму вырыли мне гордые» и «поведали мне законопреступники свои рассуждения» — большая разница. 118 стих. «Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь». «Ибо ухищрение их ложь». В современном русском переводе также понятие «ухищрение» звучит. Их ухищрение – обман. Посмотрим на церковнославянский язык, на церковнославянский текст. «Уничтожилась и вся отступающая от оправданий твоих, яко неправедно помышление их». Их помышление и ложь, ухищрение их ложь, конечно, имеет разное значение. Итак, в переводе Юнгерева и отца Амвросия также звучат фразы «неправедно помышление их», в то время как в еврейском оригинале их ухищрение – обман. Из данной таблицы, я привел всего 4 стиха, видно, что переводы с древнееврейского оригинала порой существенно отличаются от переводов с древнегреческого языка. «Благоговение пред Богом внушает иные чувства, нежели страх пред Ним». Насмешки надменных людей надо мною не одно и то же, что преступление закона. Вырыть яму не то же самое, что поведать рассуждение. И ложные ухищрения отступников совсем иначе воспринимаются, чем их неправедное помышление. На место политической борьбы некого еврея с коварными оппонентами в еврейской традиции в греческом переводе приходит противостояние дурных помыслов и поступков заповедям Бога. Итак, мы видим, что сам перевод, он содержит в себе некую духовную интерпретацию. И вместо земной плоскости борьбы с какими-то отступниками, князьями века сего, на смену приходит борьба духовная с побуждениями греховными, с увлечениями страстными. И эту же традицию такого духовного толкования и продолжает святоотеческая письменность, о чем мы скажем дальше. Но поскольку все-таки исходный текст был записан на древнееврейском оригинале, поэтому прежде чем мы приступим к духовной интерпретации, нам хотелось бы все-таки узнать, когда, при каких обстоятельствах появился этот текст и какое первичное значение он имел для тех читателей, для которых он в первую очередь был написан в эпоху до Рождества Христова. И в первую очередь, конечно, нас интересует проблема авторства псалма. Авторство псалма. В отношении авторства выдвигаются разные гипотезы и существуют дискуссии. Святитель Феофан Затворник, он попытался в о своем сочинении, достаточно обширном толковании на 118-й псалом. Я буду вам его рекомендовать, потому что это очень полезное, душеспасительное сочинение. Он попытался примирить две традиции. В частности, он ссылается на иудейскую традицию, она на самом деле восходит к Талмуду, говорит о том, что существует некое предание о наставлении Давидом, которое было уже в преклонных летах, своего сына Соломона. И вот намек на то, что здесь может стоять в качестве получателя этого текста Соломон, прочитывает святитель в следующем стихе, где упоминается понятие «юноша». 9 стих. «Как юноша содержать в чистоте свой путь?» Знак вопроса. «Хранением себя по слову твоему». И вот в этом намеке на то, что этот текст адресуется к юноше,
святители, опираясь на предшествующие традиции, видели указания на Соломона. С другой стороны, сам же Феофан Затворник ссылается на Оригена, который говорит, что во времена Оригена в христианской традиции, которая продолжала еврейскую традицию, этот псалом воспринимался как наставление в мудрости. Итак, были две традиции древние, которые мы можем возвести ко второму, третьему, четвертому веку от Рождества Христова, по одной из которых авторство псалма усваивалось Давиду, по другой традиции ничего не было сказано об авторстве, но речь шла о наставлении молодого поколения в мудрости. И здесь мы видим какие-то переклички в целом с литературой мудрости и с книгой притч. Современные ученые, они предлагают самые разные гипотезы. Некоторые считают, что автор данного псалма – 20-летний царь Иезекия, 8 век до Рождества Христова. Поскольку по книгам царств на Господа Бога Израилева он уповал, и такого, как он, не бывало между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него. Другие считали, что данный псалом написал неизвестный автор во времена Ездры и Неемии. Этой гипотезы мы еще коснемся. Это 5 век до Рождества Христова. Самая поздняя из возможных датировок – та, что данный псалом появился во времена гонений Антиоха Епифана во 2 веке до Рождества Христова, потому что в нем отражены противостояния хасидеев и просирийских политических групп. В силу того, что написание псалма, ни его контекст не дают никаких точных сведений об авторстве, споры были, есть и будут. Но я сразу скажу, что мы будем с вами избегать крайних точек зрения и следовать той библейской критике, которая не подтверждена каким-либо внутренним или внешним источником. Прежде всего, посмотрим на сам текст. Итак, твердых внешних свидетельств, которые бы однозначно говорили, что этот псалом появился в такую-то эпоху, его написал такой-то конкретный человек для таких-то конкретных людей, этих внешних свидетельств нет. Поэтому мы будем опираться на внутренние свидетельства, о чем говорит сам текст и как он перекликается с другими текстами Священного Писания. Центральная тема, центральная категория данного псалма – понятие «тора», «закон». Мы переводим на русский язык это понятие словом «закон», хотя он имеет, этот термин, очень много разных значений. Прежде всего, этим понятием могли обозначаться заповеди, предписания – о различных жертвоприношениях, законы о прокаженных, ритуальной нечистоте, назарействе из книг Левит, числа. Также этим понятием могли обозначаться ритуалы проверки жены на верность своему мужу, предписания в отношении территории храма и отношения к храмовой платформе, некоторые предписания в отношении пожертвований на храм. Вот. И из этого мы делаем вывод, что в первую очередь, или, вернее, по-другому, чаще всего это понятие так или иначе согласуется с теми заповедями, которые содержатся в Пятикнижии Моисеевом. Отсюда и потом общее обозначение Пятикнижия Моисеева – Тора, закон. Потому что по преимуществу Пятикнижия Моисеева, от первой книги до последней, говорят о том, по каким правилам Божьим жить. Закон получил свое начало по книгам Иеремии и Исаии от самого Бога. То есть как будто бы сам Бог является автором закона. Но, повторюсь, когда Исаия и Иеремия пишут о понятии «закон», они говорят, собственно, об этом термине, а не о Пятикнижии. По тем же пророческим книгам Исаии, но есть еще и Михея ссылка, закон исходит от Сиона. Он как бы происходит от Сиона. Отсюда мы можем сделать вывод, что текст закона хранится на Сионе. То есть свитки, рукописи хранились где? В Иерусалимском храме. Возвещали закон священники и пророки. Собственно, у священников и хранился этот закон по книге Второзакония. Помимо, собственно, религиозных предписаний, слово «тора» могло также иметь значение назидания или руководства. И в частности, по книге «Притч» мы видим употребление понятия «Тора» в контексте наставления мудреца или даже родителей своим чадам или пасомам. В частности, в выражении
Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. За русским словом «учение», учение мудрого, стоит понятие «тора». То же самое можно сказать и о другой крылатой притче. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». Так вот, за русским словом «наставление» также стоит термин «тора». Более того, такое наставление могло по притчам исходить не только из уст отца, но и из уст матери. И, следовательно, за этим понятием «тора» могло быть описание наставлений в целом, научение мудрости, благочестивой жизни, хождение по правилам Божьим и так далее. Интересно, что в Новом Завете понятие «номос», греческое слово, которое служит в какой-то мере эквивалентом понятия «тора», употребляется Иисусом Христом рядом с понятием «пророки». Нередко мы встретим такие крылатые выражения на устах Спасителя. «Закон и пророки», «закон и пророки». И есть устойчивая точка зрения, что это свидетельствует о том, что ко временам Иисуса Христа Ветхий Завет делился на три части – «закон», «пророки» и «писание». Эти три части соответствуют Пятикнижию, закон, пророческим книгам, пророки, и литературе поэтической, литературе мудрости, которая в целом называется понятием писания. Но вот что интересно, что в одном из мест, в Евангелии от Иоанна, Иисус Христос говорит следующие слова. «Не написано ли в законе вашем?» И нам очень хочется за этим понятием «закон» сразу прочитать какую-то ссылку на Пятикнижие. А дальше идет цитата. «Я сказал, вы боги». А вот эта цитата взята из Псалма 81, 6 стих. Итак, Христос ссылается здесь на слова Псалма, как на закон. Следовательно, в его время под понятием «закон» в расширительном смысле мог пониматься весь Ветхий Завет, те книги, которые мы сейчас отождествляем с Ветхим Заветом. В 118-м псалме исследователи насчитывают от 7 до 10 различных синонимов, которые передают понятие «тора» в тех или иных вариациях. Но, как я уже сказал, что за исключением всего нескольких строк, те или иные синонимы понятия «тора» употребляются почти в каждой строчке. Более того, в 168 стихе одной этой строчки, 168 стиха, сразу три понятия синонимичных закон употребляются. Большая часть этих терминов, она взята, как считают некоторые исследователи, из лексики книги Второзакония. Это последняя, пятая книга из Пятикнижия. И в частности, такие существительные, как уставы, законы, заповеди, слова, пути или глаголы «взыскать», «искать», «находить», «научить», «хранить», взяты из Второзакония, и они являются синонимами понятию «тора». То есть, когда мы встречаем в 17-й акафизме понятие оправдания, сведения, уставы или сам процесс хождения, это все так или иначе связано с этим понятием «тора», которое обыгрывается в разных вариациях. Вот. И только, наверное, один термин «повеление» псалмопевец берет не из Второзакония, а из 18-го псалма, о чем мы скажем еще дальше. Второзаконие вдохновляет автора псалма, чтобы искать и любить Господа всем сердцем. В хранении и исполнении заповедей мудрость и разум. 118-й псалом также вдохновляется первыми стихами из книги Иисуса Навина, которая логически завершает и продолжает Второзаконие. И надо сказать, что в древней традиции она находила отклик и в византийский период, и сейчас некоторые современные исследователи, возвращаясь, так сказать, к древней христианской традиции, и говорят не о Пятикнижии, а о Шестикнижии. То есть пять книг Моисеевых плюс Иисус Навин. Это как Евангелие плюс Деяния. Евангелие от Луки невозможно рассматривать без книг Деяний, которые показывают, как сказанное Господом воплотилось в жизни древнехристианской церкви. Так и из древности книга Иисуса Навина рассматривалась как продолжение
сказано в Пятикнижии и как исполнение. Обещал Господь землю обетованную Моисею. Моисей не вошел в землю обетованную, но вошел кто? Весь остальной Израиль во главе с Иисусом Навином, и это мы видим в книге Иисуса Навина. Так вот, в первых стихах книги Иисуса Навина встречаются такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Так вот, эти и подобные выражения являются некой первоосновой, мотивом для создания пространного текста 118-го псалма, который, по сути, является этим самым размышлением день и ночь над уставами, законами, оправданиями, повелениями Господа. И предполагается, что если человек будет над этим размышлять, тогда он будет благоуспешен во всех своих делах. В то же время, несмотря на очень близкие сходства между этой и другими цитатами из Шестикнижия, в Псалме 118 есть некоторые принципиальные разногласия. В частности, по книге Второзакония есть конкретное обещание Израилю. То есть, если Израиль будет исполнять закон Божий, то тогда ему обещается наследование земли обетованной. Буквально по тексту, дабы вы жили, пошли и наследовали эту землю. В псалме нет никакого намека о наследовании обетованной земли. Никакой дискуссии нет в отношении идолопоклонства, которое обличалось в Пятикнижии Моисеевом. Ну и пророки в последующем обличали народ израильский. Более того, когда автор псалма размышляет над законом, он практически не употребляет понятие «завет». «Завет». И эти и другие особенности данного псалма говорят нам о том, что этот текст, он все же не повторяет Пятикнижие. И он, возможно, относится к более поздней эпохе по сравнению с Пятикнижием. Итак, посмотрим на содержание. Что мы узнаем из текста псалма об его герое? Главный герой псалма – странник на земле, сильно угнетенный, заблудившийся, как потерянная овца. Откровение Божие – это его наследие и веселье сердца. Жить для него уже не значит получить земной удел или продлить годы существования на земле. Само понятие «жизнь» для него получает духовное измерение – омыть душу от грязи, получить утешение в бедствии, укрепиться в надежде на лучшее будущее, получить вразумление, милость от Бога. И это нам говорит о том, что вряд ли автор псалма жил в успешную эпоху царя Давида, когда можно было заниматься тем, что Господь повелел, и жить на той земле, которую Господь обещал. Может показаться странным, но даже такой термин, очень характерный для Пятикнижия, как «грешить», употребляется в 118-м псалме всего один раз. Никакие ритуалы жертвоприношений, ни какие-то особенности, связанные с ритуальной чистотой или нечистотой, это все не обыгрывается, не исследуется в псалме. Такое впечатление создается, что то принципиально важное, о чем ратовал Давид, храм с его системой, с культом жертвоприношений, остается в стороне для автора псалмопевца. Он проходит мимо всего того, что связано с искупительным значением жертв, с омытием грехов через жертвоприношение. И для него, соответственно, некие другие парадигмы выступают на первый план. Мы не знаем, в чем заблуждался псалмопевец, об этом он намекает в 67 стихе, но те страдания, которые он сейчас испытывает, для него воспринимаются как благо, как справедливое наказание за прошлые поступки. Там употребляется термин, который имеет значение «угнетен», «наказан», «пострадал». Этот термин, конечно, он характерен и для книги Исхода, для
описание странствий Израиля по пустыне, Господь наказал, чтобы испытать и узнать. Но в данном псалме речь идет о том, что Господь наказал испытать, чтобы узнать, что лежит на сердце человека. Господь томил голодом, питал манною, чтобы показать, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. И вот скорее, вот именно с этой строчкой Второзакония перекликается идея псалмопевца. Испытание сердца нужно для того, чтобы праведник перед лицом внешних врагов и внешних опасностей он проявил добродетель. И поэтому мы видим, что переселенец, человек, который, возможно, живет на чужой земле, или вернулся на родную землю, или тот человек, который живет на родной земле и себя ощущает как скиталец, он уже ищет некую иную землю. Он не надеется на то, что при его жизни политическая система или социальная система придет в порядок. Он словно предсказывает нам, предвозвещает пророчески о том, что мы, читатели, слушатели псалма, должны искать новую землю, новое измерение земли обетованной, то, что находит в последующем христианской традиции отражение в книге Откровения Иоанна Богослова, Новый Иерусалим, который на небесах. Помимо переклички с книгой Второзакония, 118 псалом также перекликается с книгами пророков и с псалом 18. Некоторые исследователи считают, что все размышление 118 псалма, все стихи, это не развитие сюжета от начала до конца, при котором какая-то траектория прослеживается, а 118 псалом – это скорее набор крылатых выражений. Это повторение одной и той же идеи в каждом стихе, при которой очень редко, только в очень небольших случаях, мы видим связанность предшествующего с последующим стихом. То есть каждая строчка, она имеет свой отдельный смысл. И хотя идеи псалма перекликаются с предшествующими текстами, но они не пытаются пересказать какие-то исторические книги или выстроить какие-то параллели. Поэтической особенностью данного псалма, как я уже говорил, является акростих. Это то, что объединяет данный псалом с книгой «Плач Иеремии» и с некоторыми другими псалмами – 24, 33, 110, 111 и с некоторыми фрагментами с книги «Притч». Как и в книге «Плач Иеремии», так и в 118-м псалме речь идет от лица человека, который испытал горе от жезла гнева Божия, пострадал, но не потерял надежды. «Господь, часть моя, буду надеяться на Него». Эти слова перекликаются с книгой «Плач Иеремии». Автор псалма обратил свой путь к Господу. Глаза его изливают потоки вод о погибающих современниках. Много параллелей мы встретим у этого псалма с 18-м. Приведу несколько фраз, по которым вы увидите, что местами целиком фразы повторяются или перефразируются, или заимствуются в 118-м псалме из 18-го. Ну, например, по 18-му псалму. «Заповедь Господа светла, просвещает очи». 118-й. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». 18-й псалом. «Откровение Господа верно умудряет простых». 118-й псалом. «Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». В 118-м псалме не только многократно повторяются такие ключевые понятия, как закон, заповедь, откровение, суд, повеление, обозначенные в 18-м псалме, но и даже личные выводы автора более раннего псалма, для которого заповеди Господни, вожделение золота и даже множество золота чистого. Эти слова звучат рефреном в 72-м стихе 118-го псалма. Как для первого автора слова заповедей «слаще меда и капель сота» 18-й псалом, так и для автора второго псалма 103 стих 118 псалма «заповеди лучше меда устам моим».
В обоих псалмах звучит просьба к Богу удержать от развращения и беззакония. Все это может свидетельствовать для нас, что в эпоху написания псалма была соответствующая литературная традиция. Этот псалом писался не по памяти, не в силу каких-то личных озарений. Перед глазами автора были другие тексты, идеи, из которых он знал и над ними размышлял. И эти свои размышления он хотел зафиксировать в поэтическом тексте, который воспевает закон сам по себе. Само понятие «закон», которое возводит ум человека к Богу как автору этому закону и обещает блаженство для тех, которые будут этот закон Божий исполнять. Конечно, существует и сейчас дискуссия, а что было написано раньше, 18-й псалом или 118-й. Но поскольку 18-й псалом, он короче и входит в первую часть, а мы знаем с вами с вводной нашей беседы, что псалтырь состоит из 5 частей, то есть тот сборник 150 псалмов, который перед нами, он не одномоментно был собран, а по этапам. С учетом того, что 118-й псалом входит в последнюю часть псалтыри, то есть последнюю, собранную по времени, следует отсюда и вывод, что этот псалом, он все-таки был написан позже, чем 18-й и предшествующие тексты. Ну, попробуем посмотреть из самого текста, есть ли у нас какие-то привязки к историческим событиям. В 118-м псалме приводится на следующий уровень гражданской власти. В частности, здесь есть упоминание царей и князей. При этом разные отношения к царям и князьям у автора псалма. Царь – это тот, кто управляет страной, в руках которого сосредоточена полнота власти. Автор псалма, он не стыдится царей, он перед царями готов защищать свое достоинство. Мы не знаем, имел ли он при этом личные контакты с царем, то есть был ли он вхож во двор царя. Вот. Но так или иначе, для него царь – это та категория, перед которой он надеется получить соответствующее оправдание и правосудие. А вот тот термин, который употребляется чаще, князья, характеризуется самыми нелестными качествами. Мы не знаем, о каком типе князей идет речь. Были ли это губернаторы области Иудеи, официально представители персидского царя, если этот псалом был написан после Вавилонского плена. Были ли это какие-то военачальники, принцы, народные вожди, главы семейств, если этот псалом был написан в допленную эпоху, то есть до VI века. Круг их полномочий в псалме не описан. Для автора псалма не важно, какую должность они занимают. Важно то, как они себя ведут, какова их мораль. И вот их мораль описывается следующим образом. Их образ жизни, образ поведения. Они гонители, которые преследуют несправедливо, со злым умыслом. Они стоят в одном ряду с гордыми, с проклятыми, которые уклонились от закона Божия, сговариваются, замышляют лукавство. Они вырыли яму, поставили сеть, чтобы поймать праведника в свои силки, словно птицу. Эти грешники окружили праведника, подстерегая, чтобы погубить. Далеко от нечестивых спасения, ибо уставов твоих не ищут. И хотя автор псалма прямо их называет врагами, его снедает ревность по этим врагам. Этот праведный гнев не ищет мести. Из глаз моих текут слезы, потоки вод от того, что они не хранят закона твоего, пишет автор псалма. Подобная ситуация, когда большинство народа, включая его глав, могли быть в стороне от благочестия, были характерны как до пленного периода, особенно когда евреи стали уклоняться вслед чужих богов, уже после Соломона, вот так и для послепленного периода. Итак, пророки, подобные Агею и Малахии, были разочарованы отсутствием единой преданности Богу. Ну, я бы стоял бы на той позиции, что термин, характерный для данного псалма, «боящиеся Бога», это тот термин, который был развит, укреплен и имел существенное значение для послепленной эпохи.
для периода после возвращения из Вавилонского плена. Такие боящиеся Бога, они составляли меньшинство людей, которые жили на территории Палестины. И не только в числе первых репатриантов в землю обетованную, но и в течение длительного периода последующих двух поколений, вплоть до Ездры Неемии. Так Неемия противостоял знатнейшим и начальствующим, которые зарабатывали ростовщичеством на нужде своих братьев, а также старой гвардии священства, которые породнились с иноплеменными женами. А в такой ситуации легко можно себе представить автора-псалмопевца как одного из лиц середины V века, который был в числе тех благочестивых праведников, как Ездра и Неемия, которые пытались привить ревность о законе народу Божию. В частности, дореволюционный исследователь, который написал достаточно серьезную книгу об исагогике, введении в псалтырь, протоиерей Николай Вишняков, он, обращая внимание на то, что псалмы написаны акростихом 110, 111, 118, в которых одинаково учатся наставлению страху Божию, прославлению блаженства и благочестивых хранителей закона, так вот он, в частности, выдвигал гипотезу, что за данным псалмом стоит некий богобоязненный муж, который, цитирую, представляет разительное сходство с историческим образом самого благочестивого Неемии. Однако, тут мы возразим отцу Николаю Вишнякову, что поскольку с приходом священника Ездры официальные преследования обратились против нарушающих Тору, следовательно, вероятнее предположить, что автор 118-го псалма жил задолго до Ездры. Он близок к группе боящихся Господа, действительно, которые пока еще подвергаются гонениям со стороны своих единоплеменников, нечестивых, облеченных властью. То есть если при Неемии, облеченные властью, они стояли во главе государства, и они, боящиеся Господа, наводили порядок среди тех князей, которые отступали куда-то в сторону, то в эпоху до Неемии ситуация была обратная. Как раз правители народа земли израильской, они были далеки от закона Божия, и боящиеся Господа преследовались. Следовательно, мы можем сделать вывод, что датировка псалма, она лежит в границах 6-го, середины 5-го века до Рождества Христова. Возможно, автор псалма был одним из тех, кто вернулся из Вавилонского плена. Вместе с ним пришла группа боящихся Бога, которым противостояли действующие в Иерусалиме иудейские князья, ну, которые были поставляемы персами. Не исключено, что автор псалма уже пришел из Вавилона в Иерусалим, но храм еще не был восстановлен. И, скорее всего, он еще был молодым, когда писал о себе следующие стихи. «Я стал разумнее всех учителей моих, я сведущ более старцев». Это 99-й, 100-й стихи данного псалма. Но, конечно, это все гипотезы. Это все гипотезы, которые не подтверждены внешними свидетельствами. Мы можем только предполагать, исходя из текста. Далее. Интересно посмотреть на место данного псалма в богослужении. И тут я уже буду двигаться ближе к нашей реальности и попытаюсь показать вам место псалма в последующей еврейской традиции и, конечно же, в православной. Характерная особенность данного псалма – та, что речь идет от первого лица единственного числа. «Я, мне, меня». Но мы уже с вами ранее говорили о том, что это не означает, что данный псалом предназначался для личного домашнего употребления. Вся книга «Псалтырь», и об этом свидетельствует многочисленное надписание, предполагалось для общественного богослужения. В этом случае весь народ, который слушал протопсалта или пропевал хором данный псалма, если и пел от лица одного человека «я, мне, мне», меня, то предполагалось, что этот
Соборный хор поет о каждом и обо всей общине совокупности. Итак, в данном псалме, конечно, описаны личные переживания, персональное доверие и благодарность Богу. Однако, как и 83-й, 87-й псалмы, мы там тоже встретим эти выражения «я», «мне», «меня». Данный текст, скорее всего, употреблялся за богослужением. Об этом могут нам говорить следующие намеки. О том, что он употреблялся не просто за богослужением, но вполне возможно, с определенным допущением мы можем предположить, что данный псалом употреблялся всю ночь в храме Иерусалимском. Об этом намекают слова «семикратно в день», 164 стих. Псалмопевец явно отдает предпочтение ночным часам для размышления о законе Господнем. «Ночью я вспоминал имя Твое, в полночь вставал и славословить Тебя, предваряю рассвет и взываю, очи мои предваряют утреннюю стражу». Судя по тому, в каком месте употребляются эти слова, 55 стих, 62, 147, 148, можно заметить, что развитие этой идеи идет от начала в конец, в соответствии с движением часов ночи, от полуночи до утра. Как душа святого поэта ожидает Господа, нежели ночной страж, так и праведник ждет исполнения Божьих обещаний, Господних путей, которые освещаются утренним солнечным светом. 105 стих. «Слово Твое светильник ноге моей и свет стезе моей». Рассвет еще впереди, а глаза псалмопевца уже бодрствуют. 148 стих. «Чтобы мне углубляться в Слово Твое». Если следовать стихам псалма, автор всю ночь размышляет о Божьих путях. Дождавшись рассвета, он наконец триумфально восклицает: «Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей». Его бдение завершается серией прошений, 169-176 стихи, с надеждой на будущее, что Бог и впредь вразумит, избавит, научит, поможет и взыщет раба своего, как пастырь отыскивает потерянную овцу. Архиепископ Ириней Клементьевский в начале XIX века, ссылаясь на западных толковников, он ссылается на соответствующих толковников из Римо-католической церкви, полагал, что данный псалом распевался благочестивыми израильтянами, когда они трижды в год ходили на главные праздники в Иерусалим. И псалом потому длинный, чтобы им было чем с пользой заняться по пути. Вероятнее всего, здесь отголосок, который пришел к нам через католическую традицию, отголосок из Талмуда, в котором также есть упоминание о неком празднике чествования закона Божия, который сопровождался пением псалмов. Не исключено, что вот этот день чествования, день празднования закона Божия мог быть днем Пятидесятницы. Содержание праздника в последующей иудейской традиции было связано с дарованием закона на Синае. И хотя самое раннее упоминание о Пятидесятнице, как о празднике дарования закона, относится к третьему веку нашей эры, вот, однако возможно, что в представлении об этом празднике лежит более древняя традиция, письма и свидетельства, которые не сохранились. Интересно, что в иудейских источниках 13-го, начала 14 века на праздник Пятидесятницы благочестивые мужи не смыкали глаза всю ночь, но, изучая Тору, надеялись, цитирую, «приобрести святое наследие для себя и для своих сыновей в двух мирах». И при этом они исполняли вслух 118-й псалом. Место 118-го псалма в истории православного богослужения в середине 20 века исследовал профессор Успенский. В статье «Чин всеночного бдения на православном Востоке в Русской Церкви», которая была продолжением его диссертации в отношении панихиды, он рассматривал место 18-й кафизмы, так называемое непорочное. 18-я кафизма называется непорочная, потому что начинается с соответствующих слов «блаженны непорочные» и так далее. Итак, в
православном богослужении 118-й псалом по-другому называется еще словом «непорочный». Так вот, исследуя древние рукописи, он пришел к выводу, что в древности панихида была всеночным бдением, которое могло совершаться не только по усопшим, но и по живым людям. Ну, я приведу некоторые выдержки из его труда, потому что на основании размышлений Успенского мы можем видеть место этакафизмы в кругу всего православного богослужения и ответить на вопрос, является ли 17 этакафизма за упокойной службой по преимуществу. Итак, прежде всего, исследуя древние рукописи 13 века, рукописи из афонских монастырей или иерусалимские, савинские, или рукописи из иерусалимского монастыря Студитов или савинского подворья студитского монастыря, вот, Успенский приходит к такому выводу, что панихида по одним рукописям исполнялась в период с первого воскресенья по Пасхе и летом, при том от праздника Антипасхи панихида начиналась сразу же после повечерья. И считалось, она исполнялась до недели всех святых, вот, а после этого совершался только канон и после этого непорочный. Вот. По иерусалимской рукописи чин панихиды так или иначе был связан с Великим постом. При этом, начиная с понедельника первой седмицы, после вечерней пелась шестопсалмия, вернее, скорее речь шла о первой части по вечере. Вот. Ну и после этого продолжалась утренняя. Итак, из этих рукописей мы можем сделать вывод, что с одной стороны панихида могла быть какой-то короткой службой, которая напоминает нам повечерие или исполнялась после повечерия, а с другой стороны эта служба была в составе утренней или могла также отождествляться с утренней. Интересно, что в 14 главе Типикона последование о панихиде усопших, оно в отличие от древних традиций сводится к предельно краткой формуле. И в частности, в последующем на место всеночного бдения приходит короткий чин, в котором остается только канон, и древнейшие элементы этого всеночного бдения непорочные, они и вовсе опускались. Сохранялись только определенные тропари или икосы со святыми упокоями, сами себе смертны. И таким образом данный чин превратился в точно последние панихиды, которые мы имеем и сейчас. И возвращаясь назад и пытаясь проследить, какое же было первичное значение панихиды, Успенский прежде всего пытается исследовать, какое было представление о христианском погребении усопших. Взгляд древней церкви на погребение усопших, он был сродни словам, сказанным Господом при встрече с сестрой Лазаря, умершего Лазаря, Марфой. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Это 11 глава Евангелия от Иоанна. И, следовательно, для православного понимания, для христианского понимания смерти христианина, на первый план выходило представление о том, что смерть – это акт освобождения от физических законов бытия, это акт перехода в мир иной. Это то же самое, что писал в свое время Иоанн Богослов в своем Откровении. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти». И уже не будет ночи там, и не будут нужды иметь в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь освещает их и будут царствовать вовеки. Из
традиции погребения Игнатия Богоносца и Поликарпа Смирнского, мы видим, что те молитвы, которые читались при погребении этих святых мужей II века, христиан сопровождала радость и ликование. Я процитирую фрагмент, связанный с мощной кончиной святого Поликарпа Смирнского. Так вот, по поводу его смерти древние христиане писали следующее. «А мы потом собрали его кости, сокровища драгоценнейшие, дорогих камней чище золота, и положили их туда, где следовало, туда, где только можно будет, мы станем собираться с весельем и радостью, и Господь позволит нам праздновать день его мученического рождения». Итак, два мотива. Молитва об утешении в связи со случившейся смертью своего епископа, наставника или вообще праведного святого мужа, и прославление Бога за все, что случается, радость и ликование, что этот человек перешел от земных страданий к будущей блаженной жизни, они находят свое отражение и в панихиде об усопших, в частности, в прошениях Великой Ктении, в которой просится о плачущих, болезнующих, чающих Христово утешение. И, наконец, говорится о том, что мы претворим надгробный плач в песнь «Аллилуйя». Более того, если посмотреть на стихиры, которые написаны по непорочных, то есть те 8 стихир, которые исполняются после 17-й кафизмы, то мы увидим, что из 8 тропарей 6 относятся к самим молящимся, не к усопшим. То есть это не молитвы за усопших, а молитвы о тех, которые рядышком стоят и молятся. К усопшим относятся следующие слова. «В путь узкий, ходший прискорбный, все в житии крест я крем земший и мне последовавший верою». А вот о живых мы встречаем слова в следующих тропарях. «Святых лик обрети источник жизни, и дверь райскую, да обрящу и аз путь покаянием, погибший овча аз есть, возови мя спаси и спаси мя». Здесь речь идет не об усопшем человеке, а обо мне, в отношении которого я прошу, чтобы Господь принял меня как погибшего овца и через покаяние возвел меня из моего падшего греховного состояния в иное состояние, но здесь, еще на земле, пока я живой. Тоже мы встретим и в других стихах. «Агнца Божия проповедавши, и заклане бывши якоже агнцы, и к жизни нестареми святи и пресносущней приставшися, того прилежно мощница молите, долгов разрешения нам даровати». Вряд ли взгляд на умершего христианина как на человека, которого мы погребаем и оставляем в земле, был свойственен древним христианским анафорам. Напротив, если мы посмотрим на евхаристический канон, на анафоры литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста, то мы увидим, что граница между живыми людьми, которые еще странствуют в этом, так сказать, пространстве земного бытия, и теми, которые ушли на тот свет, она как бы утрачивается. В частности, после призывания Святого Духа на святые дары в анафоре святителя Василия Великого сказано следующее. «Нас же всех от единого хлеба и чаши причастившихся соедини друг к другу во единого Духа Святого причастия. И ни единого нас в суд или в осуждение сотвори, причаститесь святого тела и крови Христа твоего». Но, и дальше вот интересная фраза, «но да обрящим милость и благодать со всеми святыми от века тебе благоугодившими, праотцы, отцы» и так далее. То же самое мы встречаем и в литургии Иоанна Златоуста. «Еще приносим те словесную сию службу о иже вере почивших, праотцах, отцах, патриархах, пророцах, апостолах, проповедницах, евангелистах, мученицах и о всяком дусе праведной вере скончавшимся». Эти слова стоят в евхаристическом каноне неразрывно со следующим прошением у тех, которые живы, о властях, воинстве, патриархе, епископах, о всех тех, которые заботятся о бедных, убогих на земле,
Это все идет в одной молитве евхаристического канона неразрывно. И следуя грузинские рукописи 17 века и более древние, Успенский находит тексты, которые говорят нам о том, что в древности существовали панихиды не только об умерших, но и о живых. Панихиды о живых. В частности, в одной из рукописей мы находим такие слова. «После вечерни и великого повечерия священник облачается и входит в алтарь, диакон кадит алтарь, и потом произносится возглас «Благословенно царство». И дальше процитирую следующие слова. «Тот, о котором служится панихида, читает: Святый Боже, Отче наш, Господи помилуй». Тот, о котором служится панихида, сам читает. Но понятно, что речь идет не о покойнике. Трудно себе представить, что покойник поднимается и сам читает молитву «Отче наш». Ну и дальше другие слова в этой же панихиде. «О, еже избавитеся брату нашему от всякой опасности, Господу помолимся. О, еже жить ему в страхе и святости, Господу помолимся. О, избавитеся нам» и так далее. То есть подобного рода панихида, бдение, сугубая молитва, она направлена на тех людей, которые живы, но просят, чтобы по молитвам всей общины Господь помог им избавиться от того или иного греха и через покаяние обрести благой удел у Бога. В других рукописях есть такое надписание, в грузинских рукописях: «Последование панихиды, избавляющее умершего от огня и адских мучений». Более того, интересно, что обе панихиды, и о живом человеке, и об умершем, имеют много общего. В частности, обычное начало, пение тропарей понепорочны, тропари святых лик обрети источник жизни. Но только дальше в панихиде живом человеке положены покаянные стихиры, а в панихиде об умершем – заупокойные седальны. Все отличие панихиды от «об умершем человеке и о живом» заключается в различных по содержанию ектениях и иерейских молитвах, в стихах к Аллилуйе и канонах. В то время как входящие в панихиду псалмы 142, 118, 50, а также тропари понепорочных по каноне того и другого чина последнего являются общими. Отсюда Успенский делает вывод. Возможно, панихида в более раннюю пору не имела разграничения на службы о живом человеке и усопшем. Это разграничение пришло позже, в связи с введением в панихиду различных по содержанию канонов. В пользу этого предположения говорит не только общность для того и другого чина последований тропарей понепорочных, благословенности Господи, святых лик обрети источник жизни и прочих, но и указания в чинах панихиды о живом человеке, там, в одной из рукописей, по поводу покаянных стихир. «Ищи в чине заупокойной панихиды». А речь идет о заупокойных седальных. Более того, Успенский еще приводит интересную ссылку на чинопоследование царской панихиды XII века императора Иоанна Комнина, который в благодарность Богу, Пресвятой Богородице, за блестящие победы над персами, скифами, далматами и другими народами построил монастырь в честь премудрости Божией. Вот. И, в частности, для него специально была составлена панихида, которая состояла из полуночницы и утренней, между которыми вставлялась особая служба о здравии императора. Итак, какие мы выводы из этого можем сделать? Что панихида, которая по своему самому наименованию «пан нюхтос» говорит о всеночной, изначально это была всеночная служба, которая состояла из набора псалмов, включая 118-й, которые исполняли всю ночь, к ним припевались сначала тропари, а потом добавились длинные каноны. И по мере вытеснения канонов из всеночного бдения уходили псалмы и оставались только седальны. У нас сейчас за всеночным бдением канон занимает центральное место. Хотя и если тот или иной приход или священник желает что-то сократить, в основном опускается псалтырь. В древности наоборот. Псалтырь имела первенствующее место, потому что к псалтыре, к стихам псалмов припевались тропари. В некоторых храмах вы встретите такие припевы,
Например, за литургией, за третьим антифоном, когда припеваются тропари к заповедям блаженств. Это древняя традиция. Вот так сначала тропари припевались к стихам псалмов, потом псалтырь убрали, и остались только одни тропари. Итак, вывод какой? Псалмы были в монашеском богослужении с глубокой древности. Но в IV веке, по мере того, как монашеское богослужение и монашеские уставы становились публичными, пение псалмов начинает систематизироваться в чинопоследование, и эти чинопоследования совершаются публично в общественных храмах, и в монастырях, и в приходах. При этом эти всенощные соединяют в себе мотивы как молитвословий за живых, так и за усопших, а в анафорах, то есть в евхаристических канонах, это не разделяется. В одном и том же тексте последовательно поминаются и те, и другие, как единый сон церкви, земной, странствующий и небесный, торжествующий. Поэтому никакой ассоциации 118-го псалма с покойниками нет. Абсолютно никакой. Это радостное прославление закона Божия, которое распевалось в монастырях на разные лады. Потом были прибавлены частные прошения о нас, ищущих покаяния, о том, что мы хотим, чтобы Господь нас, как своих погибших овец, возвел, о тех людях, которые ушли уже на тот свет, усопшие, о тех людях, которые плачут и скорбят об их успении. И в последующем остались только тропари. И у нас, в силу того, что мы в сокращенном виде в основном исполняем панихиду в память о том усопшем человеке, возникла такая ассоциация, что это заупокойная служба. Нет. Традиция совершать всенощное в память того или иного святого, поскольку в Древней Церкви всякий усопший, он близок был к понятию святой, так называли христиане друг друга, все себя называли святыми, и только Бог знает, кто там прославлен, то поэтому совершали такие всенощные в память своих собственных родственников. И после сокращения всенощного до 20 минут у нас остались только заупокойные фрагменты, а ушла сама кафизма. Итак, это об историческом месте в панихиде 118-го псалма. Еще раз повторюсь, что в разных уставах в разное место назначалось. Сейчас эта кафизма исполняется у нас за утренней, после шестопсалмия, после Великой Кинии. Вот, вставляется эта кафизма, она ассоциируется прежде всего со всеночным бдением. Вы слышите тропари понепорочных сейчас каждую всеночную, а кафизму вы не слышите. А по идее должна быть сначала кафизма. Если не положено полилея, не надо выходить на центр храма и читать Евангелие, нужно пропевать 17-ю кафизму, потом петь тропари понепорочных. Ну, так было в древности. Сейчас немножко по-другому. Тропари остались, кафизма ушла. Итак, это праздник, кафизма праздничная, торжественная, в которой проставляется закон и, следовательно, его законодатель, сам Бог. А как я уже вам говорил в прошлый раз, что нередко этим номотетисом, то есть законодателем, воспринимался в христианской интерпретации Иисус Христос. Вот совершая память воскресшего Христа, как законодателя Нового Совета, логично исполнять ту самую кафизму, в которой его закон и заповеди прославляются, как ведущие в жизнь вечную. Теперь посмотрим на, возможно, экзегезу данного псалма в труде святителя Феофана Затворника. Но он не ставил себе задачу провести историко-филологический анализ 17-й кафизмы. Его задачей было дать популярное нравственное назидание, но поскольку он пользовался трудами сонма святых отцов, которые жили до него, а сам он жил, как вы знаете, в 19 веке, поэтому в какой-то мере в его труде звучит некий консенсус патрум в отношении православного подхода к толкованию данного текста. Разжевывая этот текст очень подробным образом, он прежде всего хотел дать напутственное назидание для благонастроения души в пособии для благоустроения жизни. Ну, прежде всего, конечно, этот текст был направлен на тех людей, у которых на столе не полное собрание сочинений Иоанна Златоуста и других толстых, больших и объемных книг, а нет ничего
Итак, чтобы боголюбезным читателям не рыться по многочисленной литературе, святитель Феофан все собирает в единую книжку, которая должна стать универсальным настольным пособием для тех, кто мало грамотен, мало читает, нет времени, не знаком с древними языками и так далее. И разжевывая популярный текст, он дает представление и о богословии, и о церкви, и об аскетике, и об отношении к окружающему миру, обо всем. Посмотрим некоторые стихи. Я не все 176 стихов сейчас буду пересказывать в его толковании, но всего лишь несколько. Первые 8 мы кратко постараемся рассмотреть. Итак, по-славянски первый стих звучит так. «Блаженны непорочны в пути, ходящие в законе Господнем». Ссылаясь на Феодорита Кирского, на Афанасия Великого, на других святых отцов, святитель Феофан выстраивает такую логику. Итак, «Непорочны в пути те, которые живут непорочно, уклоняясь от всякого греха». Это то, что значит сам термин для него. «Кто никогда ни в чем не грешил, — говорит святой Афанасий Великий, — тот непорочен. Ходят в законе Господнем те, которые, по выражению блаженного Феодорита Кирского, жительствуют сообразно с законами Божьими, исполняют всякую заповедь, какая ни встретится по течению жизни, не опуская ничего из сознанного обязательным и ни от чего, что ни, от чего не отказываясь. Иначе это те, которые делают всякое добро». Но понятно, что человек, который приступает к чтению данного катехизма, он еще себя не может назвать непорочным. Он только ступает на этот путь. Поэтому первый стих дает ему как бы некий ориентир, к чему стремиться, на что направлять свои стопы, каким он должен стать после того, как он начнет исполнять закон Божий. Святитель Феофан говорит, что закон Божий труден. Сам путь заповеди, он чист. Но те, которые пытаются выстроить, направить свои стопы по нему, они могут поскользнуться, их могут обрызгать, как он пишет, брызги греха и так далее. И поэтому желающий следовать по закону Божьему, он должен отвергнуться себя и целиком и полностью предаться в руки Господа Иисуса Христа. Поэтому, хотя путь по заповедям Божьим труден, но он дает великое утешение, великую награду. И для того, чтобы получить эту награду, нужно от себя отречься. И только тогда можно будет видеть какой-то плод. Второй стих. «Блаженны испытающие с видением его, всем сердцем взыщут его». Под сведениями святитель Феофан понимает свидетельство. При этом он понимает под этими свидетельствами не только свидетельство Пятикнижия Моисеева, закон Божий, но и все те внешние свидетельства, которые Бог даровал человеку. Созерцание природы, наблюдение над своими собственными поступками, наблюдение над жизнью святых людей, древности, современности и так далее. И, следовательно, испытывать сведения Божие, закон или вообще Слово Божие, возможно только тогда, когда человек не только умом будет размышлять, но когда он попытается опытным делом последовать тому, к чему привлекает его Господь. Итак, следовательно, предполагается, исследуя все то, что Господь дал нам в писанном и в неписанном законе, в Священном Писании и Предании, этим последовать по делу. Третий стих. «Не делающий беззакония, в путях его ходиши». Сравнивая древнееврейские и древнегреческий текст, святитель Феофан, соглашается с тем, что значение этой строчки различно. В частности, по еврейскому тексту данный стих читается так. «Такие не делают уже беззакония, в путях его ходят, а по-греческому, не делая беззакония, они в путях его стали ходить». Следовательно, здесь есть некоторая разница.
если по еврейскому тексту уже ходят, то есть уже не спотыкаясь, они пребывают в присутствии Божьем, то по греческому тексту они только начинают ходить. И предпосылкой к тому, чтобы они стали ходить по путям Господним, является отсутствие беззаконных поступков. Другими словами, когда человек отказывается от совершения каких-то законопреступлений, тогда он располагается к тому, чтобы пойти за Богом. То есть только тогда, когда человек, он в целом порядочен, вплоть до мирского понимания этого слова, только тогда он может возрасти до порядочности по закону Божию. Если же человек не отказался от своих мирских привычек, не отказался от своих преступных дел, тогда он не сможет до конца исполнить закон Божий. Итак, если следовать греческому тексту, святителю Феофану, отсутствие предпосылок в области гражданских отношений ведет к тому, что человек начинает расти и духовно. В то же время здесь над этим стихом святитель Феофан размышляет над следующими стихами, в частности, из первого послания апостола Иоанна, в котором сказано: «Всякий, рожденный от Бога, греха не творит, яко семя в нем пребывает, и не может согрешать, потому что от Бога рожден». И он пытается провести перекличку с тем, что написано в этом стихе. А как это так? «Не делающий беззаконие». Разве возможно человеку уже не совершать никаких грехов? А как воспринять тогда и растолковать еврейский текст, в котором речь идет о том, что в путях ходят те, которые уже не совершают никакого беззакония? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, он ссылается на апостола Павла, в котором, в частности, в одном из посланий, проводится различие между тем, что человек делает, между тем, что он хочет делать. У апостола Павла, в частности, в Римлянах есть такая фраза: «Уже не я это творю, но живой во мне грех». И по святителю Феофану вот эта строчка «Уже не я это делаю, но живет во мне грех» дает повод к разделению в человеке между его личным устремлением к чистоте жизни и между той греховной привычкой, которая стала в нем второй натурой. И в этом случае «Уже не я хочу, уже делаю не то, что я хочу, что я не хочу делаю», в этом вот проводит некое различие. Когда мы читаем в Священном Писании, в том же послании к Римлянам: «Да не царствует грех в теле вашем, чтобы вам следовать его похотям». По святителю Феофану это речь о том, что в человеке разделяется его жизнь по закону плоти и жизнь по закону духа. В таинстве крещения тоже есть это различие. «Воеже совлечися нам ветхого человека и облечися в нового человека». И, следовательно, если человек после крещения облекается в нового и уже соумерев со Христом воскресает, то он действительно уже живет в законе Божьем, в законе Господнем. Это не означает, что грех умер, но это означает то, что он себя умерщвляет ежедневно этому греху. Он в себе борется с наследием этого греха. И в этом случае он как бы искореняет в себе царствование греха, чтобы в нем воцарился Господь. И в таком случае такой человек действительно на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Он не судится за то, что он не уверовал во Христа. Как уверовавший во Христа, он уже воскрес. Он живет для будущей жизни, как верующего Христа. Но поскольку по-прежнему в нем есть последствия первородного греха, он всю жизнь с этим грехом борется. Ну, вот такими и подобными размышлениями святитель Феофан пытается выстроить, с одной стороны, какой-то аскетический путь, направив человека на борьбу с царствующим в нем грехом, а с другой стороны ответить на вопрос, а как понимать слова, что в его путях ходят, которые не делают беззаконие. Возможно ли человека вообще не грешить?
Ответ такой: да, человек может не грешить в отношении веры, если он сохраняет верность Христу. Но человек не может не грешить в силу пашести своей природы, в силу несовершенства нашей плоти. И в этом он кается постоянно. 4 стих. «Ты заповедала си заповеди твоя сохраните зело». Слово «зело» греческого текста буквально ревностно дает ему повод для пространного размышления о том, что без дерзновения, без ревности о Господе невозможно приобрести добродетель. Только тогда, когда человек начнет ревновать об исполнении заповедей Божьих, он может их исполнить. И в этом случае понятно, за что осуждается в Откровении Иоанна Богослова теплохладность. Ангелу Лаодикийской церкви напиши: за то, что ты не холоден, не горяч, я извергну тебя из уст моих, говорит Господь. В Откровении Иоанна осуждается теплохладность. В противовес этому безразличию, теплохладности, ленности, святитель Феофан подчеркивает значение ревности, зельной ревности об исполнении заповедей Божьих. «Дабы исправились пути мои, сохранить оправдание Твое». Оправдание, то есть то, что Бог почитает правым, истинным, доброхвальным. И тут он ссылается тоже на послание к римлянам, вот в отношении того, что есть оправдание. Итак, если человек имеет ревность, если эта ревность подвигает его к зельному хранению заповедей, то в этом случае человек пытается выстроить свою жизнь богоугодно, чтобы исправились его пути, чтобы найти пред Богом оправдание, чтобы познать судьбы Божии, в чем они заключаются. 6 стих. «Тогда не постыжусь, внегда презрительней на вся заповеди Твоя». Что значит «не постыжусь»? «Не посрамлюсь, не буду пристыжен тем, что начал и отстал, не доведя дело до конца». Что же начато? Начато ревностное хождение во всех заповедях. Постыжается, кто если или совсем перестает этим путем идти, или не все то делает, что должно, а пред кем стыд? Пред совестью, пред Богом, пред ангелами, перед святыми на небесах и перед собором земных благоговейником, потому что живой союз со всеми ими не отлучен от осознания ревнителя доброй жизни. Он чувствует себя ходящим под взором их. Итак, в этом случае под словом «стыд» святитель Феофан понимает некий внутренний стыд, когда человек стыдится нарушить закон Божий. Это не означает, что человек должен стыдиться исповеди своих грехов перед священником. Он должен стыдиться совершить эти грехи. И в таком случае ему должно быть стыдно пред Богом и голосом совести. Он сам себя внутренне как бы усрамляет и тем самым еще больше возгревает в себе ревность, чтобы не отступать назад, но идти вперед в отношении исполнения заповедей. Вот. И он подчеркивает роль совести в человеке как предохранительный механизм, который помогает человеку не уйти, не обернуться назад. Стих 7. «Исповемся тебе в правости сердца, внегда научите меня судьбам правды Твоя». Для того, чтобы узнать, в чем состоит воля Божия, нужно научиться. Нужно потратить на это время. Только тогда, когда человек научился заповедям Божьим, он понимает, где правильный путь. Это как с правилами дорожного движения. Только тогда ты безошибочно едешь по дороге, когда ты знаешь эти правила. А для того, чтобы их знать, нужно потрудиться, нужно потратить время для того, чтобы научиться закону Божию, и тогда человек может верно исповедоваться, то есть благодарить, славословить Бога, как пишет блаженный Августин. 8 стих. «Оправдание Твое сохраню, не оставь меня до зела». Здесь, в этом стихе, в толковании этого стиха,
святитель Феофан подчеркивает роль мужества. Мужество как добродетели. Конечно, на пути своей жизни любой христианин встретит и львов, которые рыкают, ища кого проглотить. Ему придется, как борцу, вступиться в состязание с дьяволом, с преисподними силами, но ему нужно иметь внутреннее, ему нужно иметь мужество. В чем мужество? Прежде всего, в уповании на Господа. Господь подкрепит, Господь сохранит и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Мы встречаем в другом псалме, в псалме 30. То есть праведник просит Господа: не оставь меня до конца, до зела, то есть не оставляй меня в конец. Как бы там что ни было бы, но хоть каким-то знаком покажи мне свое присутствие. И, будучи уверен в том, что Господь не оставит до конца, какие бы ни были бы тяжкие испытания, христианин должен укрепляться в мужестве, в уповании на Господа. Вот подобные рассуждения, я думаю, что если вы самостоятельно прочитаете толкование святителя Феофана 118 псалом, вы более подробно увидите его нить, заканчивается первое восьмистишье. По святителю Феофану в данных стихах разворачивается вся христианская аскетика. То есть, двигаясь от 1 по 186 стих, он показывает некую лестницу восхождения на небо. Но стиль построения этой лестницы, ступеньки, для него это восьмистишие, которые соответствуют первым буквам еврейского алфавита. Но интерпретацию он уже дает символическую, аллегорическую. В частности, для него буква «Алеф» означает «наука», хотя изначально «Алеф» не означает понятие «наука». Вот. Но по святителю Феофана первые 8 стихов – это наука нравственной духовной жизни, как об этом говорил блаженный Авросий Медиоланский. Следовательно, просмотрев все первые 8 стихи, мы находим, пишет святитель, что в нем предмет – главный – указание основных начал богоугодной жизни. Первые 3 стиха определяют степени, по которым эта жизнь до последних своих высших совершенств, до созерцания Господа. Следующие 2 стиха обозначают производительные силы этой жизни, зельную ревность и божественную благодать. Последние 3 выясняют требования или условия к преуспеянию в этой жизни. Внимание, рассуждение, мужество в Господе. Тут вся наука жизни, истина нравственная и духовная. Вот такой подход к данному псалму мы встретим у святителя Феофана Затворника. Первые 2 стиха – это преамбула ко всей псалтыри, и они возводят человека к той цели, на которую надеется. Надеется встретиться с Господом, созерцать Его, пребывать в Его присутствии. Остальные стихи – это путь. Как это сделать? Научаться в законе, укрепляться мужеством, и с помощью личного покаяния и благодати Божией человек достигнет этого богообщения. Главное – не отступать назад, идти вперед до конца, восходить по лестнице добродетелей до самой вершины, пока человек не достигнет неба. Подводя итоги наших пространных рассуждений, мы можем сказать так, что все стихи 118-го псалма, кроме первых 3, обращены к Богу. Это молитва. Это не только поучение некого мудреца в наставлении сыну или потомкам. Это молитва, в которой в каждой строчке созерцается одна и та же идея. Идея благости Божией, выраженной в законе, соблюдая которой человек приобретет наследие от Творца. Такой же стиль божественной поэзии, в которой акцент делается не на описании чего-либо, а на созерцании самого Господа, прослеживается и в молитве Иисусовой, которая, хотя и содержит важную догматическую формулу «Сыне Божий», но не ставит себе за цель передать нам какие-то инструкции для молящихся. Цель Иисусовой молитвы, как и 118-го псалма,
созерцание и восхваление божественной славы и его путей, которые в человеческих словах не вмещаются. Может быть, именно поэтому в православной монашеской среде этот столь длинный псалом стал особенно любимым и среди прочих служб получил особое место на повседневной полуночнице, поскольку до наступления рассвета в ночной тиши душа особенно расположена к созерцанию божественной премудрости. И так как ни парадоксально и в иудейской традиции, в некоторых течениях, по крайней мере, не во всех, так и в православной монашеской среде этот псалом исполняется после вечерни, или после полуночницы, или на полуночнице, или на утренне, а я напомню, что утренняя должна совершаться до восхода солнца. Со словами «Слава тебе, показавшему нам свет», который мы на все ночные все слышим, по идее должен быть восход солнца. То есть все, что поется, читается до слов «Слава тебе, показавшему нам свет», должно быть до восхода солнца. Вот. И с точки зрения аскетического толкования, ярким примером, которым служит толкование святителя Феофана Затворника, данный псалом подвигает нас искать добродетели, укрепляться, поучаться в законе Божьем и при благодати Божией преуспевать в законе Божьем путем нравственного совершенствования. Нравственного совершенствования. Ну, чистоты души, стяжания чистоты сердца.